Славянск на Кубани богат не только своим культурным наследием, но и необычайно красивой природой. Кроме того, наш город становится все краше, благоустроеннее и уютнее с каждым днем. Благодаря работе администрации города и района, специалистов дорожных и коммунальных служб, работников общественно-социальных центров, год от года все более уютным и комфортным для проживания становится наш город. Ежедневно специалисты общественно-социального центра выходят на улицы города, чтобы придать его облику ухоженный вид. Мы сделали новый уголочек, оформили. Это у нас Одельская четная сторона и Красная четная сторона. Возле многоэтажек оформили уголочек. Сделали там новую дорожку вот, с деревом и с камнями. Потом у нас появился новый уголочек, улица Строительная и улица Школьная. Вот там недалеко от мусорки тоже такой уголочек был, мы его оформили. Специалисты общественно-социального центра даже выращивают рассаду на своих собственных участках. В прошлом году и в этом году мы закупили теплицы свои, установили их на базе и пытаемся вырастить свою рассаду. И в этом году мы уже вырастили около 10 тысяч рассады своей виолы. И сейчас тоже планируется, вот уже идет посев полным ходом, пикировка на осень. Славянск на Кубани хорошеет с каждым годом. Появляются цветочные арки, формы для вертикального озеленения, декоративные подсыпки, клумбы и многие другие элементы благоустройства. Город меняется, становится все краше. Жители и гости Славянска на Кубани это замечают. Клумбы очень красивые. Мы сейчас фотографировались на клумбе. Были в парке. Очень все много хорошего, красивого. Ну хорошо все, мне очень понравилось. Красивый, чистый город, красивый, очень цветочки красивые. Есть очень красивые деревья, которых мы раньше не видели. Все очень красиво, все очень замечательно. Очень город красивый, все зелено, клумб, цветов много. Мне очень нравится. Современный дизайн цветников, клумб, новые формы озеленения – все это необходимо, чтобы Славянск на Кубани оставался одним из самых чистых, благоустроенных и красивых на Кубани. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».